этом году мы празднуем 30-летие обретения независимости и возрождения казахской государственности. Издревле территория Жетісу являлась центром древних государств и культур. Этой теме будет посвящена наша сегодняшняя программа. Здравствуйте. Ну, разрешите в первую очередь представить гостей. Досымбаева Айман Медеубаевна, доктор исторических наук, профессор КАЗНУ. Торланбаева Кенже Ускембаевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и этнологии имени Шохана Валиханова. Горячев Александр Анатольевич, археолог, старший научный сотрудник Института археологии имени Алькей Хакановича Маргулана. Бекмухамбетов Бауыржан Дюсенұлы, заведующий научно-исследовательской фольклорной лаборатории при консерватории имени Курмангазы. Добро пожаловать, кош келдіңіздер. Сегодня наша программа будет посвящена территории Жетісу. Какие древние государства находились на этой территории? Какие древние культуры имели место? Нужно сказать вообще понятие Жетісу, семиречье, да, это семь вод. И впервые такое понятие встречается именно в Овесте. Именно в Овесте мы говорим о том, что это связано с богиней многочадия, плодородия, Ардвисура. Именно она являлась вот символом вот этого Жетісу. А уже когда мы говорим, появляется вообще термин Жетісу, фиксируется в письменных источниках, мы говорим о периоде, когда шло завоевание Центральной Азии, России, Российской империи. Да? И тогда вот исследователи, такие как Валиханов, Бартоль, да, затем геологи, да, которые разведывали территорию, это Романовский, Мушкетов, да, они уже определяли вот этот регион, что туда входило. И Валиханов, например, говорил о том, что это Илийская долина, да? А Бартоль, например, он ее больше связывал с, когда образуется уже Семиреченская область, и как ее дали русское управление, да, администрация. Да, и туда уже входили вот как раз наша территория, Чуталасская долина, Илийская долина, да, туда входили. Вот. И с другой стороны, более геологическое как бы, исследование провели восточного Жетісу, именно восточное Жетісу, Мушкетов и Романовский. Они уже смотрели с точки зрения геологии, что здесь есть, что здесь имеется. Да. Ну и в советское время уже более широкое такое получило название Семиречье, Жетісу, да, туда входило не только восточное Семиречье, да, то есть вот Илийская долина, Чуталасская долина, как Чу, как некий такой центр, да, ну и Западное Семиречье. А Западное Семиречье, туда включались такие области в советское время, как Жамбульская область, даже Чимкентская область, Кызылординская область, Жезказганская область, и Северная Кыргызия, и Семипалатинская область. То есть, обширная, область. То есть да, более обширно. Угу. Именно тогда в историографической, археологической, исторической литературе мы встречаем понятие Жетісу более обширного, и оно подразделяется на Восточное Жетісу и Западное Жетісу. Чем оно уникально? Уникально, если мы рассматриваем именно регион в целостности и Чуталасскую долину как некий центр сложения государственности, начиная с самой древней эпохи, это с эпохи северных Сюнну, да, или Хунну в китайских источниках, и вплоть до казахского ханства. Для продолжения нашего разговора предлагаю обратить внимание на экран и посмотреть один небольшой сюжет. Жетісу или Семиречье – регион на юго-востоке Казахстана, включающий степи Илийской долины и Чуталасского междуречья. Здесь издревле селились люди. Об этом свидетельствуют многочисленные памятники истории, культуры и религии, начиная с Андроновской эпохи и до позднего Средневековья. Это городища Койлык, Тальхир, Талас и Суяб, возникшие на перекрестках Великого Шелкового пути. Это петроглифы Тамгалы-Тас с их загадочными изображениями. Памятники эпохи бронзы, царские курганы саков Тиграхауда и артефакты в скифо-зверином стиле. Каменные изваяния Мерки и Жайсан, которые открывают для исследователей тюркскую эпоху. Следы материальной культуры государства Уйсуни. История Жетісу вместила в себя драматические страницы разных эпох и народов. Само название Жетісу, несомненно, тюркское. Одни исследователи трактуют его как край семи рек, где семь – не конкретное число, а имеет значение много, как в топонимах Мынарал, Мынбулак, Мынжылкы, то есть край, богатый водными источниками, родниками, реками. Есть еще одна интересная версия. В середине XIV века улус Чагатая, который включал земли Жетісу, был разделен на Могулистан и Маверанахр,
Средневековые историки утверждали, что жители западного Могулистана Чагатаи называли джете – грабители. Очевидно, что говорящие на фарси жители Мавераннахра вполне могли называть своих соседей стороной джете, то есть словом джетесу. Со временем этноним прижился и остался как обозначение местности, где когда-то проживали джете. Джетесу хранит еще много загадок и тайн, которые ждут своих исследователей. В принципе, мы все знаем, что территория джетесу и вообще территория Казахстана является заселением древних насельниками аж с верхнего палеолита, да? Совершенно верно. Анатолий. Что касается освоения этого региона человеком, на сегодняшний день мы имеем совершенно стопроцентные доказательства о жизни здесь людей в верхнем палеолите. То есть наши палеолитчики, это в первую очередь Жакен Кожахмедович Таймагамбетов со своей командой, открыли целую серию стоянок каменного века, которые от Чарынского каньона до Курдайского перевала по всем ущельям исследуются. Это на сегодняшний день наиболее известны это стоянки Рахат, стоянка Майбулак, Кызылаус и Кастек, где ведутся серьезные исследования, которые дают основания предполагать, что уже 35-38 тысяч лет назад люди здесь, конечно же, проживали. В бронзовом веке практически вся территория региона была заселена древними людьми, причем заселены все экологические ниши. Уникальность региона заключается еще в том, что он состоит из 5 природно-климатических зон, от полупустынь до, собственно, высокогорий. И именно в этот период из долины люди освоили практически всю горную зону. Это великолепный комплекс поселений Бегаш, Джунгарско-Малатау или верховьях ущелья Тургенева. Александр Анатольевич, вот вы сказали, 5 экологических зон. Да. А как это повлияло на дальнейшее развитие хозяйства, культурного освоения? Это имело самое прямое отношение к этому. Дело в том, что климат на Земле имеет свойство меняться от периодов ксеротерма до периодов увлажнения и похолодания глобального. А наличие на коротком расстоянии разных природно-географических зон с разными природно-климатическими условиями позволяло людям, не переселяясь на длительные расстояния, просто менять какие-то виды хозяйства либо в сторону большего развития земледелия, либо в сторону большего развития скотоводства. Но при всех раскладах это была комплексная система хозяйствования, где предгорная полоса на пределах 20-30 километров, начиная с бронзового века, это зона предпочтительного развития, в первую очередь, земледелия. И мы на сегодняшний день имеем свидетельство, это открытие буквально последних 20 лет, целую систему ирригационных сооружений, каналов, арыков, акведуков, которые начинают свое начало от поселений бронзового века. Так это подразумевает же большую организацию. Совершенно там, верно. Но, скажем так, что касается эпохи бронзы, я бы не относил акведуки к этому периоду. Акведуки, которые, допустим, в районе села Касымбек или в районе поселка Латау, который мы недавно нашли, они привязаны в той или иной степени к поселениям раннего Железного века. Получается, вот такого высокого уровня организации общество достигает именно в раннем Железном веке, когда мы можем говорить уже о развитии становления государственности на этой территории. Вы знаете, что в истории много было перевертышей и прочих дел. И Кемаль Акишевич Акишев, он долго изучал поселение Актас на территории Кигенского района. И вы знаете, вот эту систему ирригации, вы знаете, ему удалось проследить, сравнить с казахской. И он говорит, вот поразительно, что то поселение это Усуни, и как они умели и умело пользовались ирригационной системой, которая дошла до современности. И казахи вот до сих пор так же. А в горной вообще системе достаточно сложно это делать. Засушливые годы можно было найти прекрасно долины, где прохладные, где можно было, допустим, выпасать скот, если не было возможности. То есть сделать больший уклон в сторону скотоводства. И наоборот, при
увлажнение. Кстати, это ранее Железный век, вы сказали, да? Вот Геродот, кстати, упоминает, что скифы воюют как конные, так и пешие. Значит, как и всадники, кочевники, так и земледельцы. Ну, к слову о Геродоте, он говорит, скифы, земледельцы, которые взращивают зерно, притом для продажи. Понимаете, но они себя обеспечивают. Таким образом, мы пришли к выводу, что территория Семиречья издревле была заселена древними насельниками, во-первых. Во-вторых, государственное образование здесь появляется уже в ранний Железный век. Да. Это сако-скифский период. И, конечно же, хозяйство носило комплексный характер. Какие государственные образования в дальнейшем... преемственность какая-то прослеживается, родоплеменной состав тоже можно проследить, изменения или... Вы знаете, большую часть истории вот о территории Казахстана, о кочевников дают прежде всего китайские источники, китайские аналы. И китайские аналы говорят о том, что на территории Центральной Азии, Китая, да, образуется, ну, не всего Китая, именно Северного Китая, да, образуется большая империя, империя Сюнну-Хунну. Да. Вот в 56 году до нашей эры она распадается на два как бы раздела. Север-Сюнусское государство и Южно-Сюнусское государство. И вот локализация Север-Сюнусского государства, она была связана именно с Джитесу. Связана была с первыми миграциями кочевников. Потом они дальше уже их потомки, да, получается, дальше мигрируют, да, и составляют такую вот огромную такую миграцию. И здесь что мы видим? Мы видим образование достаточно на территории Джитесу во главе Джиджи Шаньюем, да, образуется вот это вот некое такое государство. Как оно появляется? Вот китайский источник четко сообщает. Первое, идет борьба северных сюн с Усунь, государством Усунь, а по китайским источникам в основном фигурируют два государства ну, как бы вот этого периода. Это Кангю государство и Канзюй, да, еще и Усунь. Дальше китайцы не могли распознать, что же там дальше происходит, как они. Ну, так как для них очень было важно, куда продвигаются северные сюну, да, какую они опасность представляют для Китая, для Тхань, для империи Хань, для них это очень важно. И вот они вот как раз в 47 году северные сюну переходят на территорию Джитесу по приглашению канзюйского, значит, правителя о том, чтобы защитить свои интересы от Усунь и от Хань. Да? Заключают союз. Да. Заключают союз. Они тем самым легитимизировали, узаконили свое передвижение на территорию Джитесу. Это прежде всего такая территория, которая является и некой границей вот с этими кочевниками. Да? Да. Китай постоянно расширялся. Вот Северный Китай, это, по сути дела, тот же самый Шофан, Шэнань, да, там вот Шэньси. Это все территории кочевников. Ордос занимал очень такую хорошую позицию для именно кочевников. Ордос рассматривался как некий центр вот такой вот цивилизации. Именно здесь зарождается первая евразийская, да, ее называют империя Сюнну, Хунну, да. И что мы видим? Мы видим вот некий такой старт. Вот китайские источники об этом и говорят. Впоследствии, конечно, Китай эти все территории постоянно расширяет, это земледельческая территория, отодвигает. И вот этот этап миграции кочевников, конечно, он наложил большое значение и для дальнейшего развития остальных регионов Центральной Азии, современных, которых мы сегодня в настоящее время имеем в виду. Джитесу в дальнейшем и становится центром городской культуры на протяжении всего Шелкового пути. Вот я хочу еще добавить, если к традициям, когда Хансу музыкальной инструментальной музыки, говорится про легенду Сарузин. Сарузин — это Хуанхэ. Вот у них Желтая река. Она как бы перетекает уже, ну, как бы идет к Семиречье. Получается, Уйсюна проигрывают Хансу, и они выдают как бы замуж. Ну, не замуж, а как бы, как сказать... Договор о мире и родстве, да, который закрепляется брачными союзами. Брачными союзами оставляют одну из красавиц своих, Барбат. Принцесс, и в приданное дается инструмент Барбат. Вот у них как бы в дальнейшем музыкальный инструмент, пипа, там бипл домбра у нас называется. И впоследствии этот инструмент так и называется сейчас, Барбат. Он многострунный, купщик-то. Она оплакивает, получается, свою землю и сочиняет вот несколько ки в Сарузен, это цикльные ки. И сейчас до сих пор эти ки по сей день существуют, играем.
Но в Семиречии кюи очень короткий. И, допустим, сейчас мы видим 19 ладовый. В сакральном мире есть там число 7, 9, 12. Да, да. И они также, когда инструмент изготавливали, делали 7 ладов. Было бы интересно послушать мелодии, ритмы, да, ну, семиреченских кюев. Да, ну, например, они более уже как бы к песенным. У них вот... напевные, как будто вот какой-то вот сходство есть с щерпе кюлерменен. Да, в основном щерпе, но сейчас даже вот джетсу мы разделяем северные, там юго-восточные, западные регионы. Да, особенности, ну, то есть, своего региона. Да, особенности своего региона. Но у нас тоже возникает вопрос, мы их делим географически, либо делим по стилистике, видите, исполнение. Тереспро — это самый древний брау считается. Ну, опять же, вы знаете Каражорга, да? Кюй. Песню Каражорга, кюй знаем. И танец, естественно. Но есть кюй Каражорга, его как бы второе название Акбуран называется, но он, опять же, вот исконно джитсуйский Каражорга почему-то именно относит вот этот кюй. Давайте послушаем. Удивительная мысль пришла в голову. Вот по мере того, как вы указывали разницу в музыкальных стилях в разных регионах ЖТСУ, вы мне фактически сейчас рассказали карту ЖТСУ в эпоху бронзы. Каратаусские памятники эпохи бронзы ЖТСУ имеют свои какие-то определенные традиции. В погребальных обычаях, в домостроительстве. Шуэлийские памятники удивительным образом практически с центральным Казахстаном абсолютно не отличаются. То есть они как бы создают единую культурную традицию. На территории Джунгарии в большей степени влияние алтайских культурных традиций. А да, северный склон Зелийского Алтая, это кельсайский тип памятников эпохи бронзы, имеет свою третью, четвертую, четвертый вариант. То есть что хотелось бы на этом к моменту историко-культурного значения ЖТСУ как региона, через свои какие-то транзитные зоны, транзитные коридоры, Алакольская впадина, допустим, юго-западная Прибалхаша, Хантауский транзитный коридор, Каратауский регион, ЖТСУ имела очень тесные культурные взаимосвязи со всеми сопредельными территориями. И так получается, да, что этот регион был в центре этих культурных взаимосвязей. Там Галатас. Вот хочется напомнить нашим телезрителям, что в Кургане Исык был обнаружен золотой человек. Да, 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 да. Вот с его артефактами. Это вообще имеет мировое значение, которое перевернули сознание общественное. Ну, давайте я для начала просто краткую историческую справку, как полевик, я могу вам так сказать. На сегодняшний день у нас на территории ЖТСУ имеется несколько категорий сакральных памятников. В первую очередь это, конечно же, святилища с наскальными рисунками, среди которых мы знаем такие, как Баян-Журек, Ешкель-Мес, Тамгалытас на реке Или, Тамгалы. И они все разных хронологий, но тем не менее, самые древние. Тамгалы, Куль-Жабасы. Это только я назвал вот непосредственно регион Илийской долины. Вторая категория, вот, собственно говоря, то, что находят непосредственно археологи в ходе своих раскопок. И самый древний из них – это храм в верховьях ущелья Тургень. По хронологии он относится к периоду Андроновскому,
Это 19-16 века и вплоть до поздней бронзы, потому что там и материалы переходного этапа. То есть храм, который существовал несколько столетий на одном и том же месте. 4 раза его капитально перестраивали. И, наконец, третья категория, собственно говоря, это обожествление сил природы в виде каких-то природных артефактов. Ну, знаем такие категории, койтасы, еще по-разному, но есть так называемые камни с чешевидными лунками. Уйгентас – это в районе гор Баянжурек. Да. Это 2 огромных валуна. Там и рисунки применялись, и чешевидные лунки, но вокруг них построены целые комплексы камней, ориентированных по астрономическим объектам. Аналогичный комплекс – Уйтас. Это в нашем родном урочище Уджаляу, это в районе Курдайского перевала. Но есть и поля чашечных камней, где таких валунов вынесенных в результате, они тоже обожествляли. Виды сакральных памятников различные. Все зависит от того, как, для чего и какое функционального назначения они имели. На территории ЖТСУ вообще нами изучено, это еще с 87-го года, да? И до сих пор 2 огромных святилища тюркских. Одно святилище Мирке, и есть святилище Жайсан, вот на котором была Кинже. Это просто великолепные памятники. Вы знаете, это ритуальные сооружения, они разные. И сейчас точно и по тамгам, там тамги, наскальные рисунки, ритуальные конструкции в форме оград 4-угольных на Жайсане, аналог мы изучаем и под Астаной в Эремитаусском районе, и святилище Мирке. Оно находится на высоте вот 3000 метров, вот можете себе представить. И, значит, там на курганах стоят каменные изваяния установлены, и очень много женских. Притом манеры, допустим, исполнения иконографии, вот образов, это конкретные люди, в честь конкретных людей устанавливали, им поклонялись, ну, как выдающимся личностям, которые, ну, вот за родину, за отечество. И вот они в Мирке, там мужские и женские, стоят рядом на кургане и держат сосуды в руках. А почему женщины держат? И там еще старенькие, ну, видно по лику, видно, что это женщина в возрасте, а рядом молодая стоит. Вот женщина в возрасте держит сосуд. Питер Голден, американский ученый, он тоже изучал, говорит, а сосуд-то, наверное, там для воды. Потому что есть же понятие вода живая и мертвая. Вот даже Холмана Батрада Курткаслу несет эту воду, живую воду, живая вода, она целебная вода, она лечит. Жизнь. Да, жизнь. И тогда я написала сосуд для воды. И стала дальше изучать. А потом в арабских источниках есть. Когда тюрки договариваются с кем-то, они приносят идола, сосуд с водой, и после заключения они закрепляют этот ритуал, пьют воду. И у нас есть, в казахской есть лексики, ансуншу, у туркменов тоже есть. Геродот описывает, как скифы договор заключают тоже. Да. Окопляют кровью, оружие кладут. Никесуншу дагенбархой. Никесуншу, например, тоже клятвенный такой договор этого, и в древнерусских летописях есть. Они рот убили по своей вере. И вот тюрки поклонялись Тенгри, это космосу, голубому небу. И везде говорили Бертенгри, даже когда их уговаривали в ислам или в другую религию. Здесь же это ЖТСУ, это центр многих мировых религий. И в Кыргызстане открыты буддийские храмы. Буддийские, христианские, да, христианские, манихейские, да. И вы знаете, вот такое отношение к природе, к этому окружающему пространству, это феномен, в общем-то, Казахстана и вообще степной философии. Вполне вероятно, да, и в Монголии это так же, потому что культуры сходные. Природа живая, и поклонялись Жирсу. Спасибо за участие в нашей программе. А в заключение я хочу сказать вот такую интересную деталь. Все мы знаем курган Исык, что там среди артефактов была обнаружена серебряная чаша с 26 знаками. Надпись обрядового значения. Практически казахский бата, дуга, который вот через поколение, через тысячелетие пришло до нас. Вы представляете, вы вслушаетесь.
Вот представьте себе, верховный жрец держит эту сакральную чашу с этой надписью «Дуга». Перед ним стоит народ, и он читает это заклинание. «Ага, саган бул ошак, бөтен тизеңді бүк, урпақтың азығы көп болсын». И отпивает из нее священную воду. Что делает весь народ и все войско? Оно тоже имитирует, что пьет. В истории Джетсу очень много интересных событий, очень много тайн, которые еще предстоит разгадать, которые еще предстоит дописать. Дай Бог вам всем здоровья, удачи, успехов!